Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Союз двух тельцов – это союз, в котором обе половинки будут знать, чего хочет партнер, и в котором всегда будет взаимопонимание, которого тельцу не найти ни с одним другим знаком зодиака. Их совместимость поражает своей невозможностью. Казалось бы, не могут два одинаковых знака быть счастливыми в браке, любви и отношениях. Но этот союз доказывает обратное. Отношения двух тельцов всегда будут полными гармонии и взаимопонимания, поддержки и любви. Находиться вдвоем им всегда хорошо. Они мало конфликтуют, знают, чего хочет партнер, с легкостью угадывают настроение друг друга и оба представляют собой воплощение идеала. С такой совместимостью пара просто не может не быть счастливой. Мужчина-телец и женщина-телец в любви. Казалось бы, в любви и отношениях пары, в которой женщина и мужчина рождены под знаком тельца, просто не может не быть проблем. Но в этой паре все не так. Несмотря на то, что тельцы по своей натуре очень упертые и настойчивые и не любят уступать, в этой паре уступки будут. Ради взаимной выгоды и блага отношений один из них наверняка уступит. Другими словами, можно сказать, что это самый странный, уникальный и одновременно очень редкий союз. Но самое главное – то, что в любви у них никогда не появится места для разногласий в отношении целей. Они оба жаждут основательности, стабильности, роскоши и материальных благ. И оба будут к этому стремиться, помогая партнеру. Именно благодаря этому пара двух тельцов может многого добиться в жизни и получить все то, чего жаждет каждая из половинок. В любви этих людей могут возникать и проблемы, и перепалки, и ссоры. Но они оба знают, что нужно партнеру, и легко угадывают, как уладить ссору. А посему все и всегда быстро заканчивается. А еще важен тот факт, что они всегда говорят обо всем прямо в глаза и ничего не скрывают. Ну а честность и искренность в этом случае играет на пользу отношениям и любви между тельцом-мужчиной и тельцом-женщиной. Советы мужчине-тельцу. Будьте снисходительным в отношении проступков вашей половинки. Не старайтесь доминировать над ней. Почаще говорите с ней о ее целях и переживаниях. Не грубите ей и не оскорбляйте ее. И не пытайтесь стать лидером в отношениях. Советы женщине-тельцу. Научитесь почаще идти на уступки в ссорах с вашей второй половинкой. Почаще разговаривайте с ним обо всем, что придет в голову. Поддерживайте его во всех инициативах и начинаниях. Будьте нежны и уделяйте много времени близости. Совместимость тельцов в браке. Самое интересное в браке мужчины-тельца и женщины-тельца заключается в том, что это чуть ли не единственный вариант отношений, в которых каждый будет играть отведенную ему роль. Еще задолго до брака в этих отношениях может по обоюдному согласию решиться, кто и в каком вопросе главный, и кто и за что отвечает. От этого выиграет и совместимость, и брак, и будущее этой семьи. В союзе двух тельцов обязательно будет взаимопонимание, в основе которого будут лежать общие интересы и достижения общих целей. В некоторые моменты, конечно, могут дать о себе знать и разногласия, но в этом браке они обычно быстро улаживаются. Ведь оба тельца, хоть и не уступчивы, но умны и умеют просчитывать все выгоды и последствия любых действий наперед. В этом браке не окажется места громким ссорам и нестыковкам. Напротив, в этом браке все будет максимально гармонично. Каждый играет свою роль, сделает все от него зависящее для счастья второй половинки. Это и является фундаментом отношений в браке двух представителей знака Телец. Недостатки союза двух тельцов. Главный недостаток этого союза заключается в упрямстве обоих половинок. Во многом они будут уступать друг другу и действовать сообща, но во многом их мнения могут расходиться, ведь у каждого могут быть свои взгляды на жизнь. Все это зависит от воспитания и жизненного опыта, полученного до начала отношений. Второй минус – это чрезмерная стабильность в отношениях. Они слишком предсказуемы друг для друга и слишком хорошо могут друг друга знать, из-за чего в отношениях им может становиться скучно. Схожесть в интересах, целях и мнениях рано или поздно начнет надоедать одной из половинок, и необходимо как-то подогревать отношения и любовь. Преимущество союза двух тельцов.
Основное достоинство пары двух тельцов – это то, что этот знак зодиака наделяет покровительствующегося человека умением планировать. Даже брак будет шагом, на который обе половинки пойдут только будучи полностью готовыми к последствиям. Брак мужчины и женщины-тельца не будет поспешным, и жалеть о нем никто из них не станет. Отлично налаженный быт, разделенные роли и обязанности, умение предугадывать цели и настроение второй половинки, способность поддерживать партнера в любых начинаниях или переживаниях – вот то, чем наполнены эти отношения. В этом союзе всегда царит гармония и баланс, достичь которого в случае союза разных знаков очень нелегко. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!